Опа! Здорово, парни! Всем привет, друзья! С вами я, ваш доблестный Хиназис. Конечно же, у нас скоро Новый год, ребятки, наступает, и я не мог опустить эту всю тему и, конечно же, поздравить вас, друзья, с наступающим Новым годом вот в таком формате, как обычно, и сделать какой-нибудь фановый видосик для вас. Как говорится, властью данной мне, друзья, имею право вас немножко поздравить, конечно же, с наступающим Новым годом, чтобы у вас все сбывалось. Все, что вы задумали, чтобы у вас всегда достигалось, любые цели, которые вы себе ставите, чтобы вы всегда приходили к ним ближе и, конечно же, заполучали то, что вам так, конечно же, сокровенно хочется, друзья, но в пределах разумного. Цените близких, конечно же, уважайте взрослых, и все будет огонек. Ну и, конечно же, смотрите Хиназиса. Братцы, спасибо всем, кто подписан. Всех с наступающим Новым годом. В новом году вам, конечно же, всего самого наилучшего. Я и так уже много сказал. Но это чисто от души, ребят, для всех тех, кто действительно помогает, кто всегда смотрит и, конечно же, кто всегда радуется выпускам новых видосов, конечно же. Ну и сегодня, конечно же, такой же выпуск также для вас я сделал с ребятками, конечно. Ну как с ребятками? С одним человеком. Вы его прекрасно знаете, вы его всегда, так сказать, ждали, когда он ушел, но он пришел и в данный момент он, конечно же, с нами. Что ж, братцы, по поводу контентика новогоднего. Ничего... Умнее я, по сути, не придумал, но были идейки, но, к сожалению, в реализации они очень тяжелые и нужно было большое количество людей. Но что-то получилось, ребятки, и это что-то вы увидите прямо сейчас. Ребятки, не забудьте поставить лайк, хотя бы за поздравление, не прошу за контент, просто за поздравление с наступающим Новым годом, ребятки. Все, всем спасибо и гоу смотреть контент. Поехали. И что ж, ребятки, еще не упомянул, не забывайте, пожалуйста, про тот контент, который есть на канале, посмотреть видосик, какой-нибудь гайд, фишечки, интересную там зарубу какую-нибудь, ну или, конечно же, информацию по новой карте, которая снежная, что в ней изменили и что в ней актуально, ребятки, также все это есть на канале. Ну и, в принципе, это все. Все, желаю всем приятного просмотра, ребята, не забывайте заходить вот сюда, вкладочку видео, тут очень много контента, гайд есть на каждого героя. Поехали далее. Хорошо. Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня для вас новогодний, наконец-таки, контентик. У нас тут есть помощничек, кто будет помогать, конечно же. Кто там у нас на проводе? Я, ну-ка, не слышу. Здрасте, Антоний на связи. Антоний на связи, прием. Ребятки, в общем, сегодня мы решили, короче, вас немного побаловать. Честь Нового года, всех с наступающим. Ну, вы все вначале уже, в принципе, слышали. Есть у нас, короче, приколюха, контентик. Мы постараемся сейчас задушить, конечно же, колодбец. Колодбец будет, по идее, страдат у нас, и мы его спушим, конечно же, в честь Нового года, и хорошо проведем весело эту каточку. Надеюсь, все у нас получится, будет интересно. Удачи и приятной игры. Антон, как думаешь, получится у нас что-нибудь? Я думаю, да. Как минимум что-нибудь. Ну, слушай, расчет на что-нибудь такой себе, но... Ну, должно получиться. На максимальный результат, чтобы убьем его. Я тоже рассчитываю на максимум, но... Кстати, вот там пикнули Джиггернаут, и я подумал, он бы в команде со своим хил тотем. Да, хил офигенный помог. Зашел бы. Но там это проблема на самом деле. Смотри, у них такой пик, magical, physical, разбавленный. Мне будет очень тяжело втанковывать это. Если есть... тебе он не будет кидать репел. А так, под репелом должно быть. Да, да, в принципе, должно быть. Да. Но магии надеюсь... там реально, пиздец, как много. Там магии, да, много, и это проблема. Это проблема, то есть вот инвокер может быть проблемой тем, что он будет просто на торнадо катать нас. Так, гоу, гоу, отзвоним сразу. А, ну тут монету я не заберу. Да? Или заберу? Я тут не заберу, походу, да? Нет, забрал, все, отлично, меня еще подхилил момник. Момник! Все, отлично, пойдет, монетку мы забрали. В общем, ребятки, пожелаем всем приятненького просмотра, хорошего вечера, хорошего дня, когда вы смотрите этот видос. С Антонием постараемся замутиться, у нас еще третий... Парень, вот третий на омнике, тоже будет помогать. Ну и, в принципе, все подписчики, которые тут, в этой катке, я думаю, будут стараться помочь эту тему сделать. Ну, как все подписчики. Кто в моей команде, конечно же. Оппоненты будут душить. Будут душить, будут пытаться противостоять. Я думаю, у нас все получится. Как-никак, не пальцей деланы. Не пальцей деланы, да? Хорошо. Хорошо. Там, я думаю, разберетесь, Антох, внизу по фарму, кто.
Ну, этот пацан вроде нормальный. Он вроде адекватный. Сразу. Хилпует. Так, меня инвокер тут зонит. Гноблением за него занимается 24 на 7. Так, хорошо. Пойду чуть подрублю. А что буду стакать себе еще? Чуть подрубить. Подруб делаю. Опа, Ерцбруйкера наказали. Ерцбруйкер. Ты не слышал? Мне нужна кура. Не, у меня... Ну, хотя ботл могу принести себе. Ну, хочешь, возьми. У меня ботл пока не к спеху. Окей. Юзай. Сейчас. Я уже спиды прожал на курьере. Как профессионал. Ты под спидами? Вот так вот, значит, да? Как говорится, что с деньгами? Так, монетки где у нас будут? ТДшка на топе. Иду. Иду. Монетку забирать. Че там, батлы? О, у тебя летит, да, все? Хорош, господи. Так, Фаерия Друган. На топе. Друган, Фаерия. Так, ну пачку крипов я прогулял, да? За эти стаки, за эти руны. Непрофитно. Непрофитно. О, курочка летит, да? Да. Спасибо. Спасибо. Вижу. Так, Алакрити Вокер кидает. I'm a Lakrity. Так, ДДшка на низу. ДДшка. Ну, не пойду я за ДДшкой. Я вот тут стакну вот так вот. Надо бежать в мид. Мид! Я мид. Стань мид. Я мид. Надо больше миду уделять внимание. Стаки. Хорошо было бы, если бы кто-то другой мутил. Вот я только сказал, что он вроде не пытается лосхитить, и он внезапно начал это делать. Он соул, если он соул не сделал, дай ему соул сделать и пусть гуляет, в принципе. Правильно. Он мне даже не говорил о том, что ему там на форум, на соул. Он написал мне на соул, да, да? Типа до соула, да. Я не заметил. Плохо. Фига ты там левел апаешь, инвокер? О, ну почти. Что взорвать? О, ко мне Джага с ДДшкой пришел. У меня сапог, это радует. Тебе летит омник. Момник. О, даблкилчик. Ребята сами пришли, подкормили. Спасибо. Знаешь, как я увидел? Я по карте не видел, что Джага идет. Я увидел, когда ката развернулась. Это было очень странной механикой. Я так думаю, в смысле, а почему она развернулась? И потом подумал, да, возможно, кто-то в спине. И начинает, типа, отмансивать. Я вообще, если честно, в последнее время такой расконцентрированный. Я вообще не понимаю, что происходит, как в доту играть и тому подобное. Знаешь, из-за чего это? Это побочка, короче, энергетиков. Овердоуз. Да, это лютая побочка энергетиков, потому что... Короче, бывают такие дни, когда я сижу... Где-то, ну вот на стриме, денечек там сижу на энергетике. То есть, образно говоря, вечером выпиваю одну бутылочку, ну, баночку для того, чтобы, ну, хорошо провести вечер, чтобы не напрягаешься, то, ну, хейта очень много в чате. И напряженочка, а так ты расслабляешься, чилишь, короче, подкусываешь там вот этот энергетик и кайфуешь от игрового процесса и от общения. А бывает, когда прям ребята раздражают очень сильно в чате тем, что вот, ну, там пишут всякое, ну, всякие пакости. То есть, ну, очень тяжело вести. Вот, и, короче, после того, как у тебя начинаются вот эти вот отходники энергетические вот эти вот, очень начинаешь сильно тупить. И вот у меня 3 дня уже такие тупники лютые. Я тупо не соображаю, что происходит. То есть я смотрю в монитор, и я просто не понимаю ничего, что происходит. То есть, ребят, вот это тупо вот на моем опыте, говорит, что энергетик, он возвращает обратно всю эту тему, но это и так понятно. Тупо возвращает всю контору и, конечно, потом плохо становится. Так что, Антох, имею в виду, такая отличная. Да, я ими не злоупотребляю. Да, я иногда бывает, но я не скажу, что очень часто пью, но меня от них прям хорошо штырит, но потом проблема начинается.
Там проблема начинается. IG обходят. Обходят. Так, ну инвокера я тут поддушил. Джага, какой левел? Третий? Как хорошо. Как говорится, MLG пушат. Сосет ману. А че Джаггер третьего левела на мид пришел? I don't know. Не нравится ему внизу. Ну, осуждаю. Так, тут санстройки будут, да? Или нет? Так, у меня три героя в миду. Хорошо. Монетку бы пойти. А, ДДшка внизу. Я пойду ДДшку заберу. И в кемпы, наверное, уйду. Не стакну все крипов, там уже слишком много. Так, хорошо. Но у меня три в миду фармят. Пусть фармят. В лесочек схожу. Только мид сначала подфармлю и... Мид подфармлю и, наверное, в лесок. Ну, ради к десятой, я думаю, где-то сделаю. Опасно было бы сделать к восьмой. К восьмой я не выфармлю. У меня миссинг три героя. Так, у нас пак. Не добил. Сразу надо было юзать. Так, 2000 есть. Толкаю линию. Ты что, будешь сразу дезоль, да, собирать? Я думаю, я возьму все-таки сначала, наверное, на Ульштрон. Для фарма. Давай. Хотя подожди, не стакивается. Молния с дезолем? Конечно. А, нет. Дезоль это орб эффект. Молния это этот нейтральный. Это нейтральный артефакт. Он будет вылетать тогда. Короче, он не будет бафать тебе дезоль, но он будет вылетать. Именно в ту тычку, когда вылетает молния. Во время молнии просто дезоль не будет накладываться. Именно. Шаришь. Я же делал это обзор на эту всю тему. Все тестил. Короче, не работает только Скади и Дизоль совместно. Все остальное будет работать. Фига, я тут разогнался. Пофермить. Хорошо. Так, ну тут тактического фида не будет. Тут будет агрессивный фарм. Дос, ребят. И душиловка. Дудос. Ты не любили. Не любили алхимию, Антох. Ты не любил алхимию, я знаю. Почему? Я не любил училку. Исследовать. Подожди, а кто у тебя был? Маджидовна или как? Маджидовна. Лол. А че ты ее не любил? Ну, она такая. Своеобразная. Мне ее своеобразность не очень-то вставляла. Ну ты читер. Ну такое. Такое. Так, мне в принципе куру уже можно. Куру можно уже. Так, ну у меня 50 тысяч есть. Хорошо, куру в магаз. Можно мне пожалюсь-то? Хорошо. Отлично. Ля, там суета. Все, короче, все лайны выиграли, да? Угу. С одной стороны, это хорошо. Да, это очень даже хорошо. Да, я думаю, запишем тут. Так, есть радик. Хорошо. 10-я минута радик. 10-я минута радик. В принципе, знаешь, когда камбэк начинается? Камбэк начинается, когда пару раз сфидишь. Когда ты даешь там по 5000 золота оппонентам и ГГ, начинается суета. Так, мид долгаем. Не-не-не-не. Это нужно будет, ну, то есть мы это в ходе процесса всего сделаем, в любом случае. То есть как бы мы тут не потели. Как бы мы тут не потели, мы все равно это в ходе процесса сделаем. Зафидим. То есть, когда мы будем потеть, и получится так, что кто-то будет умирать, это будет очень жесткий фит. Я это уже проходил. Тут 85-я карта, она
Она необычна тем, что вот этот фит, он, короче, очень чреват, вот так выразимся. Очень чреват, то есть это жестко. То есть если вы чуть-чуть ошибаетесь, вы можете проиграть игру на ровном месте. Тупо потеряв синхронизацию между друзьями, между друг другом и ГГ. Так, ты там леса колотишь, да? Хорошо. Прочь, господи. Прочь, господи. Так, Травеле есть у меня. Травеле. Такой этот ЕС пробегает. Тупо рядом проходил, говорит. Как-то мимо проходил. Я как-то мимо проходил. Мимо проходил. Забавная хрень. На самом деле. Так, новогодний контент готовится, пацаны. Хорошо, 12-я минута. На руну, надеюсь, успеваю. Так, можно мне Boots of Travel? Монета на низу. Ну, какой же я везунчик. Ну, кстати, я не так уж и много монеток брал, честно скажу. Я еще одного фипа убью, и тоже куплю, и неси. Все, видно. Хорошо, давай. Не вопрос. Не к спеху эти травела, я все равно как бы стою. И у инвокера, смотрите, три кнопки, он через торнадо играет. Торнадо, кнопка и... Полснеп? Да. Сум, я прокаст. Ну, типа, да. А, ты не рьюз... юзай. Давай рьюзну. Так, хорошо, заформлено. Я тогда мид тебе оставляю, ты там на миду, ну, трансфернулись так немного. Угу. Хорошо. Он думал, тут спокойно пофармит. Да, овныч какой. Жесть, сколько мы там? 19-3. Душим, пацанов. Нормально. Ост. 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 Так, есть. Есть. Я начну первую бабочку лупить. Первую. Короче, мы так посовещались. И решили все-таки душить колодец через алхимика. Ну, плюс еще Зет и Омник будут тут на помощи. Почему нет? Просто так. По кайфу. Просто так по кайфу. Почему нет? Если да. Простенько же есть. Иник. ТП-шится. Залост хитить. Ах, что тиник. Хорошо. Суета начинается. Че ты? Огр бежал. Блин, ты это бить надо было. Он бежал на миде от тауэра второго к третьему через двух героев, которые били его все это время, чтобы до зала задинаить первый тауэр. Ну, ему это удалось. Он сдох. Задинаил, но сдох, да? Сдох. Чисто храбрый поступок, да? Такой прям тонкий расчет. Тонкий расчет, заберу. Хорошо. Заберем. Тебе кура летит? Нет. Так. Выформ. Есть. Далее. Так, у меня одна бабочка есть. Одна есть, как бы. Как бы. Слушай, мне может их лес пылесосить? Я, я стараюсь просто все зафармливать. Я алхимиком примерно за секунд 30 прохожу этот лес. И стараюсь куда-то на подфарм еще улететь.
И куда-то на подфарм еще улететь. Сюда? Так, Курумагас отправлю. Хорошо. Так, 15-я минута имеем. Ребята решили подфидить. Там, по идее, рунка есть, да? Камерунка. Сюда. ДДшечка. Ненужная, можно сказать. Хорошо. Пуск на тебя нападает. Пуск. Пуск. Они, блин, втроем внизу стоят, фармят, понял? Пуск. Так, есть, зафармлено. Хорошо. Пуск, май дуск. Пуск, май диск. Как Саня говорит. Так, хорошо. Это есть. Че у тебя там по артефактам, по левелу? Имеется что-нибудь веселенькое? Да, Мьёльнир сейчас летит. Мьёльнир. В принципе, от тебя будет поле требоваться и желательно ударить колодбец. Разочек бег. Если получится, ударю. Да не, получится. Я думаю, мы их просто задушим. Задушим. У них просто сейчас рез короткий, они как мыши, как тараканы резаются. Таракашки ресается. Хорошо. Попробуем новый состав. Так. Состав Нави? Нет, просто. Алхимик говорит про состав. Новый состав. Попробуем новый сос. Новый сос. Кстати. Попробуем новый сос. Там стаки тебе. Да, я видел. Я сейчас пойду за калачу. Так, фарми. Хорошо. Просто в нашем лесу фарма нет. Хэштег фарма.нет. Да, там идти не просто тоже по вражескому лесу ходит фармить. Я в их лесу фармлю. Очень у нас жадные герои. Да, жадновато. У меня две бабочки есть уже. Хорошо. Так, Эншей еще сейчас по душу. Лес сейчас будет свободный. Ну, лайн, лес, Антох. Я сейчас Эншей задушу. Энсиенцы. Какашки помой просто, говорит, да? Понимаю. Так, ну Эншентов, наверное, я хрен отвел, да? Конечно. Конечно. Ну, зафармим быстренько. Эншентов не люблю на алхимике колотить. Бестолковое занятие. Да, пассивка не особо там работает. Как бы да, неважно качество золота, главное количество оппонентов. И внимание, конечно же. Ну, внимание превыше всего, ты что? Сомневаешься, что ли? Недорого то внимание, как дорог тот подарок, но недорог подарок там этого внимания там. Осуждаю, да? Ас. Fucking ass, ожидаю. Там стакнешь лес? Я просто убью их. Да, хорош. Ну, мне тролль Джуманак скинул. Джуманакс. Мартредка кемпы заблочила. Джуманакс, только знаешь, не желаете ли немного Джуманакса? Так, отлично. Хороший чил такой, значит, знаешь, ну, такой вот. Люблю такие катки, знаешь, чем ты чилишь просто. Ты фармишь, отдыхаешь морально, отдыхаешь физикой. Физикой не смотри. Просто морально отдыхаешь. Чил. Да, просто чил. Такие катки я люблю. Морта собрал дизель. Ну, ну ладно. Значит, мне его не нужно собирать, я понимаю. Если у тебя есть, возьми кирасу. Могу.
Гоукерас, тогда. Мартретка сделала дезоль. Хорошо. Салар надо. Саларку. Опа, есть, да? Хорош момник. Момник. Плюсуем. Так, иду в лес. Так. Я так медленно, если честно, фармлю. Не хочу топорик выкидывать и этот. Можно намного быстрее фармить. Надо одну бабочку принести уже. Да потому что ты только лес фармишь, а все лайны у меня получается. Ну и лайны, да, я так с стороночкой как-то прохожу. Получается. Ну, приходится немножко делиться с союзниками. Так, вообще алхимик такой жадный, на 25-й можно изи выколачивать. Хорошо, момник стакает тут. Я сейчас еще стакну, чтобы не терять. Монеты еще хорошо попадают, остаются все. Зря я наверх отвожу, не отведу. Хоста. Все, я пошел в лес. Так, ну они отдали все лайны, да? Отдали весь лес. Все, отдали всю карту, да? Хорошо. Хорошо. Как и было задумано, кстати. Сейчас мы их подожмем, они отдадут все лайны, и мы будем спокойно выфармливать, что нам нужно. Для этой гадки затеи. Хорошо. Гадкая затея. Так, 25 секунд. Лес еще идет у нас. 1700. Кераса есть. Кераса есть? Угу. Хорош. Слушай, ну от меня теперь зависит, да? Да, бабочки только тебе дофармить. Ну, у меня 3 только их пока что. Это очень мало. Очень мало, честно скажу. Очень мало. Так, возьмем, знаете, что сделаем? Ботл в помойку. Хорошо, чуть побыстрее его фармлять. Скоро придем уже. Хорошо. Косарик есть еще сверху. Но 5 бабочек я сделаю в любом случае. 5. Ну, к 27-й где-то примерно будет. К 27-й примерно сделаю. Есть. Хорошо. Опа. А вот и началось. Опа, камбуск. Чуть-чуть фида. Вот это, об этом я говорю, то сейчас там юла пойдут, всякая такая тема. То есть это все, оно, это все работает. Это так кажется, что оппоненты там задушены, но за, как бы, ну, за камбэчить они могут в любом случае. То есть изи. Нам нужно будет дать им чипалаху под колодцы. Ну, и зря я подошел. Тебе главное там не сдохнуть, бро. Давай, я помогу. А, вы крипа убили там, да? На ТП-шке. Печально. Ладно. Так, что у меня? У меня 3 бабочки только. Только. Хорош. На вставочку, да? Нет, это на вставочку. Хорош. Понял. 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 Типа задача ясна, понял. Хорошо. Так, есть. Как хорошо, лайны никто не отпушивает. Я хоть золото с лайнов вытащу. Ты что, мид ломаешь? Не ломай мид, Антох. Мид нельзя в такой игре ломать. Остановись. Попусти лайн. Просто мид, когда сломаешь, когда мы будем в колодце, мид сломается крипами. Мид вообще нельзя ломать. You are all right. Мид нельзя ломать. Так, у меня еще одна бабочка, 4-я. Еще одна бабочка есть. Пойду на базу прогуляюсь. Давай. Пофарми. Хорошо. Я, в принципе, почти готов. Мне сейчас нужно будет посчитать, сколько там еще золота.
Что можно еще купить для более эффективного убийства? Оф, ну на статы только. Какой-нибудь Владимир ступа для стат, потому что регена не даст. Смотри, Антох, у меня есть сейчас 4 бабочки. И в инвентаре у меня 1000, 3000. 3000 в инвентаре, да? Ага. Так, 4 бабочки, 5-я бабочка. Угу. Ну, мне хватает на 5 бабочек. Еще муншарт хотелось бы забафать. Я чуть-чуть еще пофармлю. Гоу драку, там, смотри, ребята душатся. Душатся, ребята. Но я тут могу сфидить, кстати, тоже без ультимейта. Сейчас лучше с ультом пойду. Го. Инвокер кнопку нажмет. Хорош. Нажал. Но поздно уже. Опа. Так, ну мне бабочка быстрее чуть дают. Только крипов, Антох, пусть крипы. Нет, они идут, им некому дефить будет. Хорошо. Так, 3к. Еще бабочка есть. И хорошо для прикола. Да, за души Рошу. Будет хорошо. Так, 4-5. Дед Мороз. Дед Мороз, да, прям ногой пинает же еще, помнишь? Дед Мороз. Так, есть. Хорошо. Но я пошел за бабочками, Антох. Я готов. Сейчас пойдем. Давай. Пошел за бабочками. Он шар тапнул. Хорошо было. О, кстати, у тебя Шаегис еще будет, да? Угу. Отлично. Может, хорошо. Рапиру вообще купить? Да, возьми. Хочешь, давай рапиру возьми. Есть у тебя бабки? Скоро. Блин, надо еще 1000 где-то. От фармы. Время есть еще. Так, есть. Хорошо, Радик. Армлет. Эту тему. О, подарунок. Оп, хорошо. Радик в помойку. Так, вот это в помойку. Ботл. В помойку. Так, ну у меня и шард остается чуть-чуть до шарда. Сейчас иду покупать рапиру. Рапиру. Хорошо. Макропиру. Макропиры. Сейчас пойдем уже. Главное, чтоб морта ударила кого-нибудь. Да ударит. Так, есть. Шард до кучи. Все, я готов. Готово. Есть. Все, я запакованный. 28 минута, в принципе, я собрал все, что нужно. Я тоже, кстати, вот прям... Четко, да? Такой же тайминг, да. Не в мид, не мид, Антох, не мид, не мид. Надо, чтобы они мид отпушили, чтобы мид ушел. Пусть, пусть уйдет. Низ, парни. Вон, на низу как раз, смотри, они выходят. Можно задушить. Хорошо. Все, так и по низу пойдем. Го, так по низу идем. Отлично. Погнали. Идем, 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 идем. Го. Все, я захожу просто и пушаю. Хорошо. Второго поля пока нет. Морта нужно. Второе поле нужно. И хил нет, нужен. Хорошо. Вот. Во, скоро пошла. Есть всяк еще. Давай. Там сейчас рестнется кто-то. У меня ульт тоже скоро будет. Че накину. Давай. Хорош. Все, есть у меня хил, ГГ. А нормально, кстати, с первого раза. Пошла ульта до гернота. Нормально. О, как хорошо, что у тебя Егис был. Да. Так, ты живой еще? Да, поле. Хорош. Отлично. Уже, смотри, как ломаю. GG. Хорош. Но честь Нового года, так сказать, сломать колодец и уйти на ТПшках, чтобы они хилились ботлов. Самое то, что нужно. Хорош.
Все, операция, знаешь, пройдена. Mission complete, да? Отлично. Отлично. Ребят, ну вот такой вот небольшой контентик. В Новый годик задушили. Так, ну что, теперь помучаем их немного, наверное. Эзы, нужно ли это? Помучить немножко. Но если мы разочек свидим, то это будет жестко. Мы типа не будем хилиться у фонтана. Братан, фонтана нет. Уж извини. Какого фонтана? Какого фонтана? Ботлы в студии. Хорош. Какой фонтан? Я не вижу его. Кстати, да, нет, фонтан. Нормально, кстати, очень жестко зашли. Кстати, под поле мы плюс-минус арморы очень жестко задушиваются. Можно даже под фонтан, го под фонтан, го под фонтан. Побьем немного, помучаем их под фонтаном. Мид не пушим. Не пуш мид. Хорош, момник душит. Опа, придется ультовать. Хорошо. А мне пофиг на станы, когда я в этой фигне. Как говорится, некому тут дефиться, пацаны, просто... Избиение пошло. Ну, убегает. Избежит. Опа, на вставочку можно? Нет, нельзя, да? Избивание. Тут, 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 тут. Избивание? Да, не могу. Я. Оп, хорош. О, трипл килл, понимаю. Что ж, Антох, давай на самом деле... поговорим. Тема такая. В преддверии Нового года, как говорится, хорошего настроения надо, да? Да надо бы добавить, да. Надо бы, да. Ребят, ну вот такой вот у нас получился небольшой контентик вам под Новый год. Каточка, конечно, коротенькая, но тем не менее, есть на что посмотреть. Да, ребята, оппоненты не сильно там жестко сыграли. Союзники хорошо сыграли. Вот какой-то вот этот Z вообще какой-то как-то нормально сыграл. Омник молодец. Да и в целом вся команда молодцы. Тут старались все замутить на каточку. Так что вот такая вот катка у нас вышла. Антоха, ну что? Пожелания на Новый год, ребята. Чтобы все сбывалось, да, дополнительно. Да, конечно. Все только самого хорошего. Конечно. Больше, побольше нормальных тиммейтов в игре. Может, тут все дотеры. Да, да, для кого приоритетом жесткая игра, ребятки. Ну, в любом случае, конечно, хорошо играть в приятной команде, да, когда никто не флеймит. Я вчера играл игру, когда заходишь и тупо сразу с первой минуты все друг друга посылают, и типа, ну это не кайфы. Приятно вот такой атмосферы посидеть, почилить. Надеюсь, мы ее чуть-чуть хотя бы вам передали. Ну и дали немного, ребятки, вам контента. В будущем году, конечно же, не знать горя, радоваться всегда, ребятки. И, конечно же, добиваться тех высот, которых вы себе, так сказать, поставили изначально. Антоха, спасибо тебе тоже за помощь в написании. Думаю, да, тебе сам тоже приятен был процесс игровой. Да, было весело. Было весело. Операция прошла успешно. Да. Так что, ребятки, вот такой видосик. Спасибо всем, кто посмотрел. Ну и что ж, всем до скорого. Антоха, спасибо. Пожалуйста, всем пока.